Здравствуйте, друзья! Если вы смотрите этот ролик, значит, вы приобрели наш магний. Сейчас я покажу, как его применять. Мы берем пустой стакан, и вот у нас уже баночка открытая. Примерно половина чайной ложечки магния. Это где-то вот столько. Насыпаем в стакан и наливаем кипяток. Здесь у нас вода не очень горячая, вот, но все же. Вот так наливаем кипяточку. Так как вода у вас будет более горячая, реакция будет более бурная. Нужно размешать до того момента, когда вода станет прозрачной, а в стакане, ну, в растворе не останется осадка. Вот, ну, видите, вот уже она почти растворилась. У нас просто не очень горячая вода. Когда вода горячая, это происходит все мгновенно. Ну, почти. Ну, тем не менее, вот она уже прозрачная. Видите? Теперь, чтобы нам не пить кипяток, мы берем холодную воду. И добавляем, чтобы напиток был такой тепленький, даже лучше слегка горячеватый. Все. Вот у нас готов магниевый напиток, который обладает мгновенной реакцией на организм. И мы его выпиваем и сразу... Ну, не сразу, может быть, через 15 минут чувствуем облегчение, проходят судороги, снимается головная боль и так далее, смотря у кого чего. Либо просто получаем хороший качественный сон. Принимается этот напиток вечером перед сном, раз в сутки. Следующий вопрос, как подобрать индивидуальную дозировку? Мы начинаем с половины чайной ложечки. Вот. И каждый день, принимая магний, мы увеличиваем дозировку. Что мы хотим получить? Мы хотим увидеть, что наш стул, поход в туалет, да, стал более жидким. Когда это случится, от этой дозы надо чуть-чуть уменьшить вниз. Это будет ваша индивидуальная дозировка, которая подходит именно вашему организму, восполняя дефицит магния. Это не значит, что это ваша пожизненная доза. Она может меняться. То есть вы попьете какое-то время, например, увеличенную дозировку, да, и потом эта же самая дозировка опять будет вызывать более жидкий стул. Соответственно, надо будет еще уменьшить. И таким образом, ориентируясь на свой стул, вы подбираете ту дозировку, которая подходит именно вашему организму, а не то, что универсальное там написано на банке, там, поскольку принимать, потому что все люди разные, и у каждого свой организм и свой дефицит магния. Всем здоровья, покупайте качественный магний. До новых встреч!